10. И я успела сходить в уборную. Это попало. Да, это попало. Все рейсы на внутренних воздушных авиалиниях обслуживаются в терминале С2. А что говорить? Ну, получается, да. Мы заселились. Сейчас чуть позже я покажу вам комнату, куда мы заселились. Отель. Сейчас я буду краситься, потому что я похожа на какой-то вонючий блин после перелета. Не знаю. Меня очень сильно расстроила погода в Москве, потому что в Волгограде было +16. А в Москве +3. Понимаете? Это кошмар. Вот сейчас я буду краситься, а потом мы пойдем в центральный детский магазин. Две взрослые женщины идут в центральный детский магазин. Адекватно ли это, я не знаю. Ну почему бы и да? А у тебя что, пудры есть? Она... Это минеральная, она очень пылит, но если хочешь, можешь воспользоваться. И не вдыхай, это диоксид кремния, и если вдохнешь, очень плохо будет. А тебе астма не нужна. Мы находимся в центральном детском магазине. И, ребята, кто не верил, что я не найду своего мужа? Я нашла его. Это я и мой муж. Привет. Ладно. Да и слушай, даже уходить от него как-то не хочет. Он так смотрит на меня. Я сразу вспоминаю момент из фильма комедии, где у него было в штанах все видно. Ты видела эту девушку? А я тебе покажу потом обязательно. Прекрасно, это лучшее, самое красивое. Я не виню тебя, я не виню. Просто извини, что я обману тебя. Сейчас спи, засыпай, завтра будет новый день. Новый день, где больше боли, больше бесполезных стен. Обещаю, ты найдешься новый повод умереть. Я ведь знаю, как ты любишь пострадать и попиздеть. Хочу тебя на руках, я хотел поговорить, но в моей... Это в честь меня. Я испугалась. Блин, здесь гораздо красивее, чем в Волгограде, в плане живописнее, да? Да. Как будто, вы знаете, вот сфоткалась я вот здесь и все. Но это как будто. Да, у нас в Волгограде, конечно, не очень. Но мы, конечно, делаем активный вид, что мы здесь местные. Ну, кстати говоря, еще ко мне подошел какой-то очень странный парень. Остановил в метро, такой: о, девушка! И как будто бы он меня, типа, знал. Не знаю, но он хотел очень сильно что-то мне рассказать. Я очень сильно не хотела ему что-то рассказывать. Я ушла. Мы сейчас находимся в корейском ресторане. Вот, наконец-то попробуем нормальное что-то. Тут, как я читала, что здесь девушка, и она приехала из Кореи. И, короче, вот, начала готовить со своей командой. Вот. Я сейчас покажу вам просто огромную, покажу вам порцию. Я не знаю, как я это съем. Посмотрите, эта порция вообще трэш. Как я это есть буду, я не знаю. Я не знаю, это короче, приблизь. Это куксу. Я не знаю, что такое куксу, но это вкусно. Тут что-то странное. Ну, это очень вкусно. Собак нет. Грибы, кимчи, бобы, спальня. Очень вкусно. Вашу мать.
зафиксировали до-после? Ну, Вика не осилила. Это не человеческие порции. Но я смогла. Это очень вкусно, но этого очень много. Я примерно, ну... Я умираю как будто. На туалете потом я скажу себе спасибо, за то, что я... Я скажу себе спасибо, блядь. Перед зеркалом спасибо, блядь. То, что я вот так вот поела. Поела, вкусно было. Вкусно. Ну вот теперь с рисами. Вот этим вот. Хороший блог, хороший. Время 23:49. Мы выбираем, где нам поесть завтра. Вика мне в очередной раз рассказывает, что у нее завтра парадный лук. Я говорю, Вика, у нас завтра парадный завтрак. Я не знаю, как я это придумала, но завтра у нас парадный завтрак. И я говорю, Вика, у тебя парадная одежда есть. И Вика мне... Вика мне раз в 5 сказала, какой у нее один парадный лук. Сколько парадных луков-то у тебя? Ну, у меня один. Ты каждый раз так смешно рассказываешь. Один парадный, а второй полупарадный. Ну, такой неплохой, да? Всем спокойной ночи. А почему всем спокойной ночи? А кто-то будет спать? Я не знаю. Спокойной ночи. Доброе утро. Сколько время? Сейчас, наверное, часов 12. Не, уже не 12, 2 часа, наверное. 15:02. Это мы, то есть, столько времени искали. Мы вчера приметили вот это место. Хотели здесь посидеть. Парадно отзавтракать, как я сказала вчера. В итоге мы потерялись. Мы вышли из дома в 12. Мы потерялись. В метро, как не всегда, ничего нового. Потом пойдем в зоопарк. Не переключайтесь. Здесь вообще целый павильон посвящен только обезьянам. Их очень много. Я даже не знаю, как их снимать. Мандрил. Это из Короля Льва, кажется. Да, у него попа страшная. Красная. Когда мания началась. У меня точно так же. Авимбаля. Я только камеру включил, ты опять про свой парадный лук. Вика подошла, я боюсь, мне страшно. Я очень боюсь таких птиц. Потому что ощущение, что они меня съедят. Забавляет, что мы с Викой вначале забежали, такие обезьяны. Белый медведь. А сейчас мы ходим просто. О, смотри, лиса. О, верблюд, Вика, смотри, верблюд. Я вчера ничего не снимала, потому что мы жутко устали. Мы прошли вчера 25 тысяч шагов. Вот, сегодня мы приехали в Измайловский парк. Покушали уже. Хочу похвастаться гелем Пуси. У меня первый раз такой, что у меня гель держит уже 5 часов. Сейчас мы пойдем в Дестрой уже выдвигаться. Я надеюсь, что я постримлю там. Если нет, то нарежу сюда уже. Внимание, у меня отлетело 2 ногтя. А вот это цепушка.
все, у нас руки просто отнимаются. Вот так вот просто у меня все. И ногти. Мы сейчас пойдем за дезодорантом и заклеим для ногтей. За дезодорантом уже воняю теперь. Мы дома, ну, в отеле. Сил у нас нет. Мы еще идем в Третьяковскую галерею. Завтра последний день, когда мы в Москве. Вот, дистро комната это супер. Мне очень сильно понравилось. Но ужасно болят руки. Ужасно болит все. Я не могу поднимать руки. Сходим куда-нибудь еще в красивое какое-нибудь заведение. Так сказать, попрощаемся с Москвой и отчалим. В тепло. Сосните, Москва. Мы едем в тепло. Будем уже скоро спать ложиться. Поэтому, да, получается, уже увидимся. Завтра. Чуть-чуть отрывки Третьяковской галереи, чуть-чуть отрывки кафе, в котором были, на японскую тематику в аниме-стиле. Очень прикольно, мне очень понравилось. И в итоге я особо ничего сегодня не снимала, потому что уже было как-то впадло, ничего особо такого не происходило, хотелось просто погулять. Сегодня уже последний день, последний вечер, когда мы в Москве, уже собираем вещи и уёбываем. И уже завтра у нас самолет, очень все здорово было. К сожалению, нужно уже возвращаться. Но зато в Волгограде плюс 16. Очень тепло. Можно там уже гулять. Хочу показать фотографии, кстати. Так. А это где? Это где-то около Кремля, я не помню. Вот. Еще одна. Этот мне нравится больше. Вот так вот. Все. Всем спокойной ночи. Я переснимаю рум-тур в последний день. Вот здесь у нас был шкаф, сейф, пакеты. Ты серьезно, пакеты с пакет? Ты их даже тут начала? Вот здесь такая небольшая комната. Как помню, вечером гораздо уютнее. И наверху окно. Здесь столик. Здесь и зеркало такое вот. Могу смайлик сделать. Как на ребенка, поняла? Вот здесь ванная. Небольшая. Полотенце, ванная, душевая. И вот так. Больше здесь ничего нет. Такая вот маленькая ванная. И, в принципе, комната. Маленькая, зато удобная. Вот так вот. Мы уже выезжаем в аэропорт. И я уже дома в Волгограде, я прилетела. Хочу поблагодарить вас за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось, потому что это мой первый опыт, я очень сильно старалась. Хочу пригласить вас в свой телеграм-канал, в свой инстаграм. Подписывайтесь на мой канал, все ссылки будут в описании. Оставляйте свои комментарии, мне будет очень важно. И... увидимся в следующих роликах, потому что они будут, я планирую снимать дальше, мне очень понравилось, поэтому да, если вы хотите, чтобы я дальше снимала, оставляйте, пожалуйста, комментарии. Я вас очень сильно люблю, спасибо большое за просмотр, всем пока!